Привет всем любителям остренького, с вами Кузница Железные Братья. Сегодня мы находимся на 37-й международной выставке «Клинок. Традиции и современность». Данная выставка проходит в Москве, парк Сокольники, 4-й павильон. На выставку мы привезли ряд новинок, складные ножи нашего производства, например, вот такой складной тантоид, сталь К-12МФ, накладки из черного граба. Помимо складных ножей к новинкам можно отнести пластунский нож. Сама по себе эта модель не новая, не наша разработка, но в нашем каталоге этот нож появился впервые. Дамасская сталь, казачий пластунский нож. Традиционно на выставку «Клинок» мы привезли ножи военной тематики, НР-40, «Вишня» и «Финка НКВД». Кованая нержавейка 95К18, накладки из лосиного рога. Широкий ассортимент топоров, ножей ручной работы, охотничьей и рыболовной тематики. Приходите в Кузницу Железные Братья, наш стенд 61.1. Будем рады вас видеть. Дорогие участники и гости выставки, через 15 минут на сцене состоится лекция мастер-класса на тему «Русские